Добрый вечер, друзья. Мы с вами на 100 ТВ и в эфире программа «100% звук». 33-22-100 наш телефон. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, так что можете смело звонить и задавать вопросы нашим сегодняшним гостям. Как вы, наверное, уже знаете из анонсов и из только что произошедшего телемоста, сегодняшняя программа «100% звук» будет посвящена великому человеку, по-другому не скажешь, человеку, который для российской культуры, для советской, для русской культуры, как угодно называйте, сделал просто... Ну, все, что мог, все сделал, понимаете? То есть человеку легенде. Ну, это в самом деле так. Я говорю о Булате Акуджаве. 24-го года рождения Булат Акуджава. И сегодня бы, не сегодня, а 9 мая ему исполнилось бы 84 года. Об этом мы сегодня и поговорим. Сегодня здесь будут звучать песни Булата Акуджавы. У нас в гостях ансамбль бардовской песни «Поет Санкт-Петербург». Будет желание, звоните. Мы начинаем с музыки, как всегда. Господин лейтенант, что это вы хмуры? Аль не по сердцу вам наше ремесло? Господин генерал, вспомнились амуры. Не скажу, чтобы мне с ними не везло. Господин лейтенант, нынче не до шашней. Скоро бой предстоит, а вы все про баб. Господин генерал, перед рукопашной золотые деньки вспомянуть хотя б. Господин лейтенант, не к добру все это. Мы ведь здесь для того, чтобы побеждать. Господин генерал, будет нам победа. Да придется ли мне с вами пировать? На полях, лейтенант, кровью политы. Прорастет, лейтенант, славы торжество. Господин генерал, слава для убитых. А живому нужней женщина его. Черт возьми, лейтенант, да что это с вами? Где же воинский долг, ненависть к врагу? Господин генерал, рассудите сами. Я и рад бы приврать, да вот не могу. Ну, гляди, лейтенант, каяться придется. Пускай счеты с тобой трибунал сведет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Видно так, генерал, чужой промахнется, а уж свой в своего всегда попадет. Мы
Мы продолжаем «Стопроцентный звук». Вы знаете, как нам позвонить. Ансамбль бардовской песни здесь у нас в студии под названием «Поет Санкт-Петербург» в составе Алены Чугуновой, Михаила Кане, Николая Простакова и Валерия Чечета. Вот, собственно, и все, что хотелось мне сказать, потому что теперь говорить будут наши гости. Михаил, у меня к вам первый вопрос. По понятным причинам раньше всех познакомились с творчеством Булата Шалыча Акуджава. Да, естественно, это совершенно очевидно, что... И как это было? Было это вот как. Просто, понимаете, в 60-х годах мое поколение только входило во взрослую жизнь. И тогда были такие серьезные события в жизни страны. В 56-м году был 20-й съезд известной партии. Ну и так далее. Не будем в эту тему углубляться. Но именно тогда вот, в общественной жизни был вот этот самый вдох глубочайший. И появились замечательные книги, фильмы. И появилось то... Вот тут вспоминается Александр Моисеевич Володин. Он рассказывал... Я всех агитировал, говорил он, как... Вот идите и слушайте Булата Акуджава. Меня спрашивают, он что, хороший певец? Я говорю, ну, в общем, так вот, значит, не совсем, может быть, высокопрофессиональный певец. Он что, здорово на гитаре играет? Да нет, и это тоже не так. И вот люди приходили, тогда они понимали то, что вот так вот не смог на вербальном уровне выразить Володин, участник войны и большой друг Булата Шалыча Акуджава. Конечно, Булат Акуджава в нашей жизни громадную совершенно роль сыграл. И просто он сформировал наше мировоззрение, вот не более, не менее. Но это был ведь тот период 60-е, когда... то есть вот сейчас, безусловно, очевидно, что Булат Акуджава это столб отечественной культуры. Тогда это, очевидно, видимо, не было. Да, еще это был как раз момент, когда вот все как-то пытались приобщиться. Или как все это происходило? Понимаете, ведь вот в период, скажем, 50-х годов очень официозное было то искусство, которое реально доходило до людей. А тут вдруг появилось не от «мы», а от «я». Появилось что-то совершенно непривычное. Но внутренне люди, конечно, очень тяготели к этому и были готовы. Поэтому, понимаете, популярность, которая была у Булата Акуджавы тогда, невероятно высокая. В общем, и это понятно почему. Нельзя сказать, что это, ну, не вся страна были любители поэзии, например. Нет, конечно. Просто внутренний запрос был. Вот мне кажется, в этом дело. У парижского спаниеля лик французского короля, не погибшего на эшафоте, а достигшего славы, и Ленина бочок, паричок рыжего, ты милосердие в каждом движении, в глазах голубых и счастливых отражаются жизнь и земля. На бульваре распай, как обычно, господин Доминик у руля. И в его ресторанчике тесном заправляют полдневные тени петербургской ветхой, салфеткой прикрывая от пятен колени, розу красную в лацкан вонзая, скатерть белую с хрустом стеля. Эту землю с отливом зеленым между нами по горстке деля. Как стараются неутомимо бог, природа, судьба, проведенье, короли, спаниели и розы, и питейные все заведенья. Сколько мудрости в этом законе, но и грусти порой, вуаля. Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне. Я прошу не о вечном блаженстве, а минуте возвышенной пробы, где уместны, конечно, утраты и отчаяние даже, но чтобы милосердие в каждом движении и красавица в каждом окне. Где уместны, конечно, утраты и отчаяние даже, но чтобы милосердие в каждом движении и красавица в каждом окне. Николай, как вы познакомились с творчеством Акуджавы? Ой, это давно уже было. Ну, понятно, что не вчера. Поменьше, чем у Миши, но это было, наверное, год 76-77. Вот. И надо сказать, что сначала я был полностью влюблен в песни Висбора, и песни Акуджавы для меня казались очень какими-то длинными, насыщенными, какими-то
казалось тогда высокопарными словами, оказалось, что слова не высокопарные, а слова те, которые вот, нужны человеку, который хочет жить несуетно. Если суетиться, да, ему Окуджава будет неинтересен. А когда вот что-то отстраненное, какое-то настроение, скажем так, углубленное, самоуглубленное, вот тогда хочется слушать и петь. А технически помните, как это произошло? Это были какие-то магнитные записи, бобины? Или тип 6, как водится. 9 еще было. 9 это было потом. 9 это было качественно. А вот тип 6, это вот как раз то, которое сыпалось буквально там через год, она уже начинала осыпаться. И нота. Приставка, ноты. Все нормально, все по классике. Ну, я так понимаю, Валерий, что все пиратская продукция была исключительно. Тогда это так не называлось. Тогда это, наоборот, поощрялось. По той причине, что не было другой. Если бы не было типа 6, то и бардовские песни в таком виде бы не было. И 10. А 10, по-моему, не случилось уже типа. Саша, именно в те годы появился термин «магнитофон издат». Был такой в общественной жизни термин «самиздат». Но это когда на печатной машинке... А вот об этом я знаю, о самиздате. Самиздат, да. На печатной машинке 5 копий папиросной бумаги там и так далее. Вот. А магнитофон издат – это вот тот поток, та река, по которой расходилась бардовская песня. Ну, я думаю, что продолжим. У нас просто немало песен сегодня, друзья. Мы стараемся поменьше говорить, чтобы все-таки побольше... послушать. Редко звучит это в телеэфирах. А на стихи Булата Шалыча писал музыку не только он, писали и другие. Вот неизвестный достаточно человек. У него, по крайней мере, известна только одна его песня. Фамилия его Иванов. Он из Барнаула. А стихотворение «Всему времечко свое». Всему времечко свое, лить дождю, земле вращаться, знать, где первое прозренье, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попрощаться, адресами обменяться, не успели ни черта. Где встречались мы потом, где нам выпала прописка, где сходились наши души, воротясь с передовой, на поверхности ли земли, под пятой ли обелиска, в гастрономе ли арбатском, в черной туче грозовой. Всяк неправедный урок впрок затвержен и заучен, ибо праведных уроков не бывает прах и тлен. Руку на сердце кладя, разве был я невезучим? А вот надо ж, сердце стынет в ожидании перемен. Гордых гимнов видит Бог, я не пел окопной каши, от разлук не зарекаюсь и фортуну не кляну, но на мягкое плечо, на вечернее, на ваше, если вы не возражаете, я голову склоню. Всему времечко свое, лить дождю земле прощаться, знать, где первое прозренье, где последняя черта. Началась вдруг война, не успели попрощаться, адресами обменяться, не успели ни черта. Мы продолжаем «Стопроцентный звук». Здесь у нас ансамбль бардовской песни «Поет Санкт-Петербург». 33-22-100. Вы звоните, мы вас слушаем. Доброй ночи. Здравствуйте. Алло. Да-да, это вы. Здравствуйте. Меня зовут Раиса Степановна. Я очень люблю песни Окуджавы. Вся семья наша любит. Вот я сегодня с
сейчас ветеранами, и оказывается, ветераны Великой Отечественной войны тоже любят песни, особенно песни «Откровение». Ансамбль исполняет эту песню, песня «Молитва». Песни, которые вот ветераны сказали, что это песня каждого дня. Это песня и о завтрашней инаугурации. Это песня и о тех, кто взорвался во власти. Это песня, которая, знаете, как вот назидание молодым. Вот если она есть у ансамбля, мы бы были очень все благодарны. Ясно, все понятно. Вы просите ее исполнить. Я о том, как вы относитесь к песням «Откровением», как спросила наша зрительница только что. Хотя, с другой стороны... По-моему, три песни «Откровения» прозвучали. Знаете, что поразительно? «Откровение» — это не то слово. Вот сейчас обсуждается, например, ну, среди любителей бардовской песни, обсуждается актуальная тема, что с ней происходит, почему она, давайте говорить прямо, почему она в наше время сходит, активно сходит на нет. И что интересно, я недавно открыл томик Булата Акуджавы и прочитал стихотворение. Вы понимаете, он тогда ответил, выразил свое мнение по этому вопросу. Так что не просто откровение, а еще и какое-то совершенно невероятное провидение. Вот что можно сказать. Алена, хотел у вас спросить. Ну, про мужчин понятно. Почему поют мужчины песни Акуджавы? В общем, тут вопроса не возникает, хотя бы потому что... Ну, в общем, понятно, почему. Потому что Акуджава мужчина, да? Это вопрос из серии банальных. А ваши отношения... Как вы решили вдруг, что вот я тоже могу петь песни Акуджавы? Я в данном случае не потому, что вы делаете это плохо, ни в коем случае. Чтобы не заподозрить никакого подвоха, пожалуйста, в моем вопросе. Нет. Ну, как на духу, давай. Песни Акуджавы как-то... Я не могу сказать, когда... Я с ними познакомилась с детства. Они вошли в мою жизнь с самого раннего детства, и мои родители его слушали всегда, и магнитофоны. Магнитофонная запись у нас была, и постоянно мы слушали, и тогда еще по телевизору чаще его показывали. И я вот очень жалею, что я вживую не смогла с ним познакомиться. Но вот как-то я никогда не задавалась вопросом, могу ли я петь его песни. Я просто запела, и все. Мне они близки, вот именно, вот продолжая тему песен «Откровений», мне они близки именно по внутреннему какому-то ощущению, внутреннему состоянию. Каков вот вопрос, таков ответ. Ну, в общем, да. 33-22-100, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Да, Евгений. У меня вот такой вопрос, я не с самого начала смотрю вашу программу. А ваши гости поют только Акуджаву или кого-то другого? Я очень люблю бардовскую песню, но этот ансамбль не знаю совсем. И где можно купить? Ясно, спасибо. Нас купить нельзя нигде, отвечаю гордо. Да, но, значит, спасибо вам большое за вопрос. Обычно, у нас на самом деле достаточно много дисков вышло, и, конечно, не только песен Булата Шаловича Акуджавы, самых разных бардов. И вот в магазинах нашей питерской фирмы «Бомба Питер», там, где продукция этой фирмы есть, там, как правило, есть наши диски. Так что, в общем, это небольшая проблема раздобыть наши записи. Коль скоро заговорили мы о дисках, вот у меня в руках диск, вами же записанный, 12 песен Булата Акуджавы. Да, конечно, есть такой диск. Расскажите немного. Я так думаю, что не то, чтобы вчера его записали. Нет, да, нет, позавчера. Да, в общем-то, в историческом масштабе позавчера. И, понимаете, на самом деле есть диски, где, ну, практически весь диск мы поем всем ансамблем, мы много приглашаемых музыкантов, то есть такое широкое музыкальное звучание. А этот диск мы намеренно, как и сегодняшнюю встречу, мы сделали в ином формате. Поем сольно, дуэтно, так, тоже немножко, и всего лишь две песни здесь спеты всем ансамблем на этом диске. Но... Ну, с большой, с нежной любовью к автору и к его песням, и с благодарностью за то, что он сделал для нас всей своей жизнью. Вот так вот. Это я, Евгений, к тому спросил, что есть и такая запись, так что будет, если у вас... Ну, в общем, можно найти, на самом деле можно это найти. Это небольшая проблема. Больше вам скажу, и в сети несложно найти, можно найти и в сети. В интернете уж точно, да. Да, 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 конечно. Продолжим? Мне
нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте простому муравью, вдруг захотелось к ноженьке молиться, поверить в очарованность свою. И муравья тогда покой покинул, все показалось будничным ему. И муравей создал себе богиню по образу и духу своему. И в день седьмой в какое-то мгновение она возникла из ночных огней, без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней, все позабыв и радости, и муки, он двери распахнул в свое жилье и целовал обветренные руки и старенькие туфельки ее. И тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Красивые и мудрые, как боги, и грустные, как жители земли. Стопроцентный звук продолжается. Вы знаете, как с нами связаться. Вот какой у меня вопрос, не знаю, кто на него ответит. А в чем, как вы думаете, секрет такой разноплановости Булата Акуджавы? Потому что блестящая, гениальная поэзия. Да, то, что он... Певцом его назвать, безусловно, нельзя, но то, что это гениально, тоже, в общем, не поспоришь. Проза... Ну, я, на самом деле, больше любитель прозы Акуджавы, но... В общем, и готов защищать тут, когда некоторые говорят, что Акуджава не очень хорошая или слабая проза. Это неправда. Это неправда, и это далеко не так. Потрясающе то, что сейчас называется саундтреками, потрясающая музыка к кинофильмам. Сценарии, которые они писали в соавторстве с женой, в общем, тоже мне представляется, что хороши. В чем секрет? Да, а в чем, собственно, секрет? Наверное, человека, который занимается творчеством и достигает в этом вершин, очень сложно, видимо, разобраться, в чем секрет. Видимо, это Господь Бог все-таки одарил его этими талантами, и он воспользовался этим на все 100%. Действительно, ведь удивительный композитор, какие мелодии он сочинил. Прозу я тоже, кстати, очень люблю. Особенно «Путешествие дилетантов». Которых, кстати говоря, вот возвращаясь к разговору о том, что бартовская песня сходит на нет, авторская песня, да, в общем, понятно, что проза — это не авторская песня, но «Путешествие дилетантов» не найти. Их не найти. Они издаются очень-очень редко. Они издаются, и постоянно переиздания. Я занимался этим вопросом полгода назад. И не найти. С огромным трудом это, в общем, можно произвести. Какая поэтическая проза. А еще молодые люди. Да. Вот когда вы читаете «Путешествие дилетантов», вот там, допустим, есть абзац, который полностью «Сумерки природы, флейты голос нежный».
«Позднее катание». Он написан в прозе, но там столько поэзии в этой прозе. Это вообще удивительно, как это могло сочетаться. Ну, понятно, что одна рука писала, но там, там загадок еще не с числа. Загадка-то одна, мне кажется, такая большая, основная. Он сам часто об этом говорил. Он говорил, что я пишу только о том, что происходит с моей душой. Не ищите никаких биографических подробностей, не ищите никаких там каких-то придумок. Вот все, что во мне со мной происходит, об этом я и пишу. А эффект-то достигается тогда, когда написанное человеком о том, что происходит с ним, вдруг оказывается созвучным огромному количеству людей. Вот если это оказывается созвучным, тогда вот мы и имеем то, что имеем. Очень точно ты сейчас сказал, да. Подписываюсь. Я забыл, вы знаете... Когда он поет всему свету, это он не о вас, о себе. Да. Я совсем запамятовал о том, что ведь я же держу в руках диски не просто так. Мы их вам подарим за хорошие вопросы. 33-22-100. Здравствуйте, доброй ночи. Алло. Да-да-да. Добрый день. Вас беспокоит Татьяна. Да, Татьяна. Мне очень приятно видеть этих святых людей, которые с гитарой прожили жизнь. Я думаю, еще долго-долго проживут и дарить будет нам столько счастливых минут, песен и воспоминаний. Но у меня вопрос к ним на засыпку. Вот Москва очень красиво празднует день рождения Акуджавы, поет весь Арбат. У нас тоже в Питере есть такая традиция. 9-го Гершов, по-моему, делает песни на Малоконюшне, а 12 июня делает Дима Быковицкий. И я вот наших святых вардов там никогда не видела. Я хочу их пригласить, чтобы у нас было тоже чем противостоять, ну и даже не противостоять, а просто вспоминать Акуджаву большими силами. И с ихними красивыми голосами, и с ихним творческим подходом. Я была бы им очень благодарна. Ясно. Вопросы у вас, я думаю, что нет. Вопрос есть. Почему они не бывают? Спасибо. Спасибо. Ну, потому что Москва действительно красиво и шикарно празднует. У нас все как-то помельче. Нас просто как-то и не зовут. Я не помню. Мне кажется, дело в том, я не согласен с тем, что у нас помельче. У нас иначе. Исторически всегда было так, что было в самый расцвет жанра было два центра. Московский центр авторской песни. Центр, я имею в виду, так сказать, с точки зрения географической. И ленинградский, питерский центр. И по-разному. Кстати говоря, тогда никакого совершенно не противоречия не было. Наоборот, очень мы дружили. Я думаю, что это питерская интеллигентность вот такая. Потому что петь на Арбате – это мешать людям. А мы не хотим мешать людям. Да, я слово это не хотел произнести, но уж ежели произнесено. Да, ну, стилистика разная. Теперь то, что вы сказали, что нас там не бывает, слово вам даю, это не связано ни с какими, так сказать, дипломатическими моментами. И Диму Быковицкого, который вырос у нас в клубе «Восток», и Эдика Гершова 100 лет мы знаем. И вообще, чем больше поют песен Булата Акуджавы, тем нам радостнее. Так что тут не то, что никакой конкуренции нет, а только вот положительное к этому отношение. Ну, будем, наверное, если как говорится, сойдет по времени, там, по планам. Мы, кстати говоря, мы довольно долгое время со студии не вылезали. Дисков-то мы навыпускали много. И вот на это уходили просто все временные ресурсы. Кстати говоря, да, все мы еще, между прочим, работаем. Звонок примем еще один, а потом продолжим. Я имею в виду в музыкальном плане. Здравствуйте, доброй ночи. Здравствуйте. Да. Хотелось бы еще узнать вот у этой группы. Вот они пели в 2004 году, хорошие были песни, сборник первый. А есть ли еще сборник второй, третий? Ясно. Как вас зовут? Юрий Юрьевич. Юрий Юрьевич, спасибо за звонок. На самом деле, значит, ситуация была такая. Мы записали диск под названием «Песни страны», которой больше нет.
В этом диске мы спели самые лучшие песни с 20-го примерно по 80-е годы. Лучшие песни профессиональных композиторов. Лучшие, на наш взгляд. На наш взгляд, да. На наш взгляд, конечно, конечно. Не то, чтобы лучшие, а те, которые были в стилистике, можно было спеть в стилистике бардовской песни. Были близки. И был очень интересный у нас вопрос, который мы сами для себя не могли решить. А может ли получиться диск, в котором сочетаются песни профессиональных композиторов, вот эти, близкие нам, по душе близкие, и песни бардов. И вот действительно появился вот такой вот диск. Хорошие были песни. Самое интересное, когда мы этот диск компоновали, мы пытались, значит, сначала чередовать. Не получилось. И тогда в первой части были песни профессиональных композиторов, во второй – бардовские. Единицу мы поставили в состояние оголтелого оптимизма. Вот. Мы считали, что уж если такой замечательный диск у нас получился, то, конечно, значит, просто вот добрые люди с большими чемоданами денег прибегут и скажут: ах, как красиво вы спели, давайте мы еще серию сделаем. К сожалению, значит, до сих пор бегут. Но вот, или чемоданы слишком тяжелые. Серии, ну, наверное, ни к чему. Ну, ни к чему эти серии. Это пару-тройку-то можно было еще. Пару-тройку уже, наверное, лишняя была бы, а пару, наверное, да. Потому что все эти клоны 1, 2, 3, 5, ну это уже как-то... Понятно, у вас другая, у вас просто на уровне концепции вы сразу зарубили этот нумерологический подход к записи альбома. Давайте продолжим с музыкой. В раннем детстве верил я, что от всех болезней капель датского короля не найти. Болезни. И с тех пор горит во мне огонек той веры. Капли датского короля, пейте кавалеры. Капли датского короля, пейте кавалеры. Капли датского короля или королевы. Это крепче, чем вино, слаще карамели. И сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Рев орудий, поствист пуль, звон штыков и сабель растворяются легко в звоне этих капель. Солнце, май, Арбат, любовь, выше нет карьеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Слава голову кружит, лаква сердца щекочет. Грош цена тому, кто встать над другим захочет. Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Если правду прокричать вам мешает кашель, не забудьте отхлебнуть этих чудных капель. Перед вами пусть встают прошлого примеры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Целый свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Капли датского короля, пейте, пейте. Капли датского короля, пейте, кавалеры. Мы продолжаем. 33-22-100, телефон прямого эфира. Хотел вот о чем у вас спросить. А есть ли какая-то история в биографии Булата Акуджавы, которую вы, услышав о нем, что вас поразило? Вот что-то, что просто поразило вас? Ну, какой-то конкретный, может быть, случай? Да, вот я вспомнил одну историю. Ему было 17 лет. Даже, наверное, чуть меньше. И он пошел в военкомат с другом разносить повестки. То есть
Ему очень хотелось на фронт, но его не брали. Они пошли в военкомат разносить повестки. А потом, еще не достигнув 18-летнего возраста, они каким-то образом убедили этого военкома, чтобы он выписал повестки и им. И он выписал. И Акуджава пошел на фронт, еще не будучи даже в возрасте 18 лет. Вот таким образом. Это при условии, что отца его репрессировали к тому времени уже. И мать. И мать была, и мать в концлагере. Она была сослана, да. Вот это как-то, да, очень, вот очень меня поразило. Меня очень поразило, когда уже была первая чеченская война, выяснилось, что Акуджава воевал под Моздоком. И он там был ранен, кстати, да, говоря. И там совершенно верно. Именно под Моздоком он был ранен. И вот это вот... Вообще, если так вот в нескольких словах, понимаете, поколение, которое прошло Великую Отечественную, оно знает в этой жизни то, чего ныне живущие остальные не знают. И, наверное, нам не дано понять даже. Пытаться надо, но вряд ли получится. Это знание, добытое такой высокой ценой, что невозможно себе представить. Но я как сам молодой должен заметить, что дай бог, чтобы мы этого знания не получили. Да, конечно. 33-22-100, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Вера. Да. Акуджава тоже со мной всю жизнь. Впервые я услышала его, когда окончала школу, и с тех пор всю жизнь с Акуджавой. А у меня такой вопрос. Есть ли у ансамбля одна какая-то любимая песня Пулата Шаловича? Я могу сказать, что я очень люблю песню «Дежурный по апрелю». Спасибо. Спасибо. Эта песня действительно была записана на одном из дисков. Да. Вот. Более того, первом, да. Да, это самая дисков. Первая песня, которую мы записали ансамблем. Да, это действительно так. А насчет любимой? Насчет одна любимая, я думаю, никто из нас не сможет одну назвать. Однозначно. Нет, назвать конечно. Невозможно. Нет, конечно. Нет, нет, одну нельзя. Невозможно, ну что? Продолжим? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди я сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Темно-красным свое будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат по углам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву синий буйвол и белый орел и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Слушаем, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. Представитесь? Да, меня зовут Наталья. Да, Наталья.
У меня вопрос к Михаилу Кане. Вот вам не кажется, что бардовская песня, значит, вот началась с Булата Шаловича Галича, следующее поколение Высоцкий, и, вы знаете, они как бы попадали в унисон, абрис у них был один, даже если потом где-то расходились, особенно в наше перестроечное время. Вот я хочу пример привести. Песня о пехоте, знаменитая песня, вот она поствоенная, самая знаменитая песня, и песня Николая Шипилова, это следующее поколение, Михаил, вы знаете, «Пехотурушка». Мне кажется, что это вот одна тема, и где-то головушка, вот на одном погоны. Да, это, да? А? «Буйная головушка, пыльные погоны». Шипилова. Нет, это самая... Нет, другая? Песня о «Пехотурушка». А, «Пехотурушка». Да, песня о пехоте. Да. Угу. То есть вот на одном облаке они ее писали, понимаете? Вам не кажется это? Я понимаю, вопрос-то вопрос-то в чем есть? Заключается? Мне кажется, что действительно, то есть если тема такая серьезная, и если люди талантливые, то они... Шипилов умер год назад. Да, и я они знаю. Продолжают на этом облаке, понимаете, нас приветствовать. То есть... Тема одна, понимаете, и они попадают, хотя абсолютно разные люди, абсолютно разные. Ясно. И не знакомы с собой. Спасибо, что вы позвонили. Здесь и ответ, да. И вопрос. И ответ есть в вопросе. Ответ в самом вопросе. Да, конечно, конечно. Вы знаете, вот не так давно бардовский цех потерял прекрасного композитора Александра Дулова. Вот мы с ним как-то беседовали на эту тему. Он сказал так: в России в любое время, хоть через несколько веков, найдется компания мальчиков и девочек, которые соберутся и будут петь Висбора. Он сказал про Висбора, но, конечно, это относится ко всем классикам жанра в полной мере. Да, массовым явлением это, наверное, не будет, но и не исчезнет. Вот уже в национальной культуре страны жанр свое место занял. Есть у нас еще время, мне кажется, на две песни. Вот одна из не самых культовых, скажем так, песен была от Шалыча. Почему? Потому что, ну, как-то вот он сам ее не очень часто пел. А хотя, на мой взгляд, и зря. Песня называется «Вилковская фантазия». Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться. Там каналы, там гондолы, гондольеры. Очутиться, позабыться, от печалей отшутиться. Ими жизнь моя отравлена без меры. Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит. Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим, и объятья наши жаркие, и над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Там на пристани танцуют жок, а может быть, сиртаки сыновей своих в солдаты провожают. Все надеются сгодятся для победы, для атаки. А не хватит, значит, новых нарожают. Как бы мне сейчас хотелось очутиться в том вчерашнем, быть любимым и не думать о спасении. Пить вино из черных кружек, хлебом заедать домашним, чтоб смеялась ты и плакала со всеми. Там опять для нас с тобою дебаркадер домом служит. Мы гуляем вдоль Дуная, рыбу удим, и объятия наши жаркие, и над нами ангел кружит, и клянется нам, что счастливы мы будем. Как бы мне сейчас хотелось ускользнуть туда, в начало, к тем ребятам уходящим,
приобщиться и с тобой так расстаться у Дунайского причала, чтоб была еще надежда воротиться, чтобы была еще надежда воротиться. Последнее, что я хотел спросить у вас, прежде чем мы подарим кому-то диски. Мы так вскользь об этом заговорили. А вообще нужно ли, чтобы песни Окуджавы звучали везде? Конечно. Нужно ли это? Вопрос риторический, по-моему. Риторический, да. Нет, я закончу. Дело в том, что нужно ли, чтобы их пели на стадионах? Нужно ли, чтобы это было массовой культурой? А этого не будет никогда. Вы знаете, ведь артисты эстрады, например, пытаются это делать. Ну, без комментариев. Да, вот о том и речь. Может быть, это... Хотя делают очень хорошо. То, что без комментариев, это не нужно. Может быть, это то самое творчество, которое... Те самые песни, та самая поэзия, которая должна быть где-то в камерном варианте. Сам Окуджава говорил, правда, что авторская песня родилась на московских кухнях. Там же она и погибла. Оставив несколько имен. Да. Но я думаю, что все-таки аудитория несколько шире, чем кухни. Вот те самые кухни, о которых, кстати, нынешнее поколение даже и не имеет никакого представления, что это такое было. Если даже, пусть совсем молодой человек, но если он внутренне потенциально соизмерим с Булатом Окуджавой, пусть поет, замечательно. Конечно. Пусть поет, конечно. Я вот в 14 лет услышал впервые эти песни, и вот почему-то, ведь я не перестал их слушать, хотя тоже был совсем юный человек. Значит, что-то такое состоялось. Я думаю, что это будет продолжаться. Но, конечно, не на стадионах. О том и речь. А насчет как молодое поколение или юное даже, скажу вам, что кухни, а потом же были квартирники, после кухни были квартирные концерты. Они сейчас есть. Так вот, они возвращаются, причем семимильными шагами. Семимильными, да. И повсеместно. И только... кстати, атмосфера там потрясающая. Да. Потрясающая атмосфера. Вот только... Такую атмосферу никогда ни на каком стадионе, ни в каком концертном зале огромных размеров, где проходят вполне приличные концерты. Конечно, Коля, правильно. Не достичь. Да, не достичь. Ансамбль бардовской песни поет Санкт-Петербург, я думаю, что закончит наш эфир все-таки песней. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю, чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья к ноябрю. Окуните ваши кисти в голубое, по традиции забытой городской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Нарисуйте прилежно и с любовью, как с любовью мы проходим по Тверской. Мостовая пусть начнется, как очнется, пусть начнется, что еще не началось. Вырисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вырисуйте, вам зачтется, что гадать нам удалось, не удалось. Вы, как судьи, нарисуйте наши судьбы, наше лето, нашу зиму и весну. Ничего, что мы чужие, рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Ничего, что мы чужие, рисуйте, я потом, что непонятно, объясню. Живописцы, окуните ваши кисти в суету дворов арбатских и в зарю. Чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Чтобы были ваши кисти словно листья, словно листья, словно листья к ноябрю. Я приглашу на эту сцену, на мой взгляд, лучший
исполнительский дуэт. Николай Простаков и Валерий Чечет. Корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. А кони в сумерках колышат гривами, автобус новенькой, спеши, спеши. Ах, Надя, Наденька, мне бы за двугривенный в любую сторону твоей души. Ах, Надя, Наденька, мне бы за двугривенный в любую сторону твоей души. Я знаю, вечером ты в платье шелковом пойдешь по улицам гулять с другим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи же их, поговорим. Ах, Надя, брось коней кнутом нащелкивать, попридержи же их, поговорим. Она в спецовочке такой промасленной, берет немыслимый такой на ней. Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Ах, Надя, Наденька, мы были б счастливы, куда же гонишь ты своих коней? Из окон корочкой несет поджаристой, за занавесками мельканье рук. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. Здесь остановки нет, а мне, пожалуйста, шофер в автобусе, мой лучший друг. В нашей замечательной стране очень любят праздники, самые всевозможные. Вот если вспомнить недалекое прошлое, то мы можем отметить такой праздник, такой праздник, как День взятия Бастилии парижскими коммунарами, например. Вот. Ну, Рождество католическое, Новый год, Рождество православное. И затем наступает праздник, которого нет ни в одной стране мира, это Старый Новый год. Этот праздник как бы подводит черту под всеми вот этими шумными и веселыми днями, и он окутан особой романтичностью. Стихи «Юный морец», музыка Льва Степанова, «Старый Новый год». Страшно на елку опоздать из-за метели, из-за трамвая или гололеда. На этот праздник детский опоздать. Мы женимся, разводимся, простите, но все равно мы дети. Мы на елку и мы летим за праздничной добавкой. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый. На нем уже пылали эти свечи, на них уже сверкали эти слезы. Однажды утром эти гости разошлись, но мы летим опять на это пламя. Но втайне мы надеемся на чувства, на эту самую желанную добавку. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый.
На нем уже звенели эти струны, и этот снег, этот воск, и эти чувства. Однажды утром этот воск окаменел, но все равно мы дети, мы на елку, и мы летим за этой праздничной добавкой, за невозвратным и неповторимым. Добавьте нам хоть старый Новый год. Он старый-старый, он совсем уже не новый. На нем уже слыхали эти песни, и эти клятвы жаркие, как свечи. Однажды утром только пепел золотой, но мы готовы умереть за этот пепел, за этот праздник нашей нежности и грусти. И мы летим за этой призрачной добавкой. Добавьте нам хоть старый Новый год. Из-за метели, из-за трамвая или гололеда на этот праздник детский опоздать. Я представлю вам Алену Чугунову. Добрый вечер, с наступающим. В отличие от всех сегодня выступающих, она музыкант профессиональный, она выпускница Петербургской консерватории. Но вот так у нее судьба сложилась, что она занялась авторской песней, и мы с ней выступаем как авторско-исполнительский дуэт. Вот уже 4 года выступаем. Мы начнем наш фрагмент концерта песней Елены Казанцевой, автора из Белоруссии, из Минска. Ветер чужой, оттого и холодный, горе свое, оттого и болит. Песня моя далеко не летит, думы мои нелегки, не свободны. Песня моя далеко не летит. Солнце зайдет, только б не знать, что она в никуда, только бы любить одинокого Бога, только бы петь, как живая вода. Живая вода. Ветер чужой, оттого и холодный, горе свое, оттого и болит. Думы мои нелегки, не свободны, песня моя далеко не летит.
свободны, песня моя. Сейчас в исполнении Алены Чугуновой прозвучит песня Вероники Долиной. Ничего не помню больше, нет и не было покоя, нет и не было покоя, детство билось о края. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это серединка твоя. Ничего не помню дальше. Нет, и не было покоя. Нет, и не было покоя. Стыла птица у воды. Няня, что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это чистые пруды. Ничего не помню, кроме нет и не было покоя. Нет и не было покоя. Звезды падали со лба. Что это такое? Няня, что это такое? Детка, что же это такое? Это все твоя судьба. Ничего не помню больше. Голос делается глуше. Я отстала, я пропала. Осталась позади. Няня-няня, баба-груша. Няня-няня, баба-груша. Няня-няня, баба-груша. Подожди, не уходи. Няня-няня, баба-груша. Няня-няня, баба-груша. Уходящий 2004 год, год бардовских круглых юбилеев. Юрию Висбору исполнилось бы 70, Евгению Клячкину 70, Булату Акуджаве 80. Вот оставшаяся часть нашей программы посвящена этим авторам. Юрий Висбор. Вот и все, заправлены моторы, внесена пятерка за багаж. Впереди лежит тот край, который, если взял, то больше не отдашь. Та республика Тува живет без публики. По лесам-то тишина. По полянам ходят мишки-ушки круглые и летающих тарелок до хрена. По полянам ходят мишки-ушки круглые и летающих тарелок до хрена. Закури, но погаси окурок. Здесь тебе не площадь Нагина. Лето сбросило с собою шкуру, рыжиной тайга заражена. Так республика Тува живет без публики. По лесам-то тишина. По полянам ходят мишки-ушки круглые и летающих тарелок до хрена. По полянам ходят мишки-ушки круглые и летающих тарелок до хрена. Следующую песню подпевайте. Как раз тот случай, когда нужно вместе ее исполнять.
И 98% присутствующих знает слова и мелодию. Была так вот джава. Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди я сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешение. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Темно-красным своем будет петь для меня моя дали. В черно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять-опять предо мной проплывут наяву. Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам залетая, пусть опять-опять предо мной проплывут наяву. Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Имена переставь, спят в твоих глазах, спят дожди, ты не для меня их оставь. Перевесь подальше ключи, адрес поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня. Мне-то все равно, я уговорю сам себя. Будто все за нас решено, будто все ворует судьба. Только ты не веришь в судьбу, значит, просто выбрось ключи. Я к тебе в окошко войду, а теперь молчи. Ключи, адрес поменяй. А теперь подольше молчи, это для меня.